доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так вы увидите себя. Проблема нужна его до сих пор схватили. В этой зоне все чисто. Ты, пошли со мной. Сбежавшие пациенты обнаружены в железнодорожной инспекции. Что ж ты, гадина, мне статью-то шьёшь, а? Не мой это порошок, блять. Сам, сука, лосось вызывает баклана. Прием. Сюда! Дай края кополушки, а? Иди нахуй отсюда! Назад! Надо отключить веб-камеры. Итак... Что, обосрался? Это ж я, Боря Ковтун, твой кореш! А я смотрю, ты почти повелся на маскарад. Я тайно работаю на мордоворотах Брунькова, а заодно тайно достаю информацию для нашего гнусного преступного синдиката. Да, Боря, что ты там хотел? Я сейчас очень сильно занят. Хватит трахать своего питомца, лучше посмотри, кто тут. Ебать мою лысину! Жора Фридман! А я думал, он ласты склеил. Ты его недооценил. А ведь вот он тут, живой и как огурчик. Ну и что прикажешь делать с ним теперь? Надо бы его к тебе переправить. Как же он найдет мою конуру? Это ведь очень нелегко, тем более у него и карты нету. А хули, ему же не 5 лет, а вось не заблудится. Ладно, конец связи, а то у меня трафик идет. Давно пора локалку ставить. Жора, с возвращением тебя.